Кошки кушают. Матрешка только не захотела есть. Ушла. Ну что ты убегаешь, трусиха? Сейчас все съедят твои. Иди ешь, не подхожу, иди. С добрым утром! Кисульки, кушайте, кушайте. Маруся, не бойся. Давай поближе садись. Вот так, не стесняйся, моя хорошая. Я приехала с работы. В общем, приехала я с работы, начала снимать, и у меня разрядился телефон. Все, пока он у меня включался, малыши уже поели и разошлись. Аська с Маруськой, как всегда, доедают все полностью. Не избалованы хорошей жизнью. Персик пришел кушать корм. Спой. А я ложусь спать. У меня сегодня опять ночную смену. Купила вот такой вот препарат. Это капли. Наносится на холку. Вот так он выглядит. Здесь от 4 до 10 килограмм. В идеале, конечно, вот одну пипетку на одну кошку. Но это очень дорого выходит. Это 480 рублей стоит вот одна такая пипетка. Я сейчас буду наносить вот это на Ваську и Маруську. Наносится на кожу. Действует от всех вот этих вот паразитов. Тут и клещи тоже, видите? Блохи. Мы же с Васькой и с Маруськой скоро поедем в деревню. Надо их подготовить. Хотя бы, чтобы на месяц им хватило вот без этого всего. Так. Мне нужно сейчас Марусе окапать в первую очередь. У нее еще какая-то ранка здесь. Утром сегодня пришла. Ешь, ешь, давай. Вот у нее там ранка. В общем, так я пипетку подрезала. Кушай, кушай, не бойся. Сейчас буду прямо в шерсть. На кожу. На холку. Всем привет! Ну что ж, мы собрались в деревню. Уже выезжаем. Вот у нас там Маруська сидит. Вот Васька сидит. Очень сильно сопротивлялся. Кое-как упихали его в переноску. Плачет. Все, едем. Я уже унесла часть вещей. На улице очень тепло. Сейчас забираю кошек. Идем. Так, мы с Андрюшкой собрались, кошку уложили. Сейчас.
сейчас мы поедем. Все, машина согрелась, выезжаем. Осталось нам 2 недельки. А это
это гора. Так, все, приехали. Ох ты мой хороший. Ты мой хороший. Ну все, выходим давай. Марусю потом с местностью знакомить. Что, это один, что ли? Андрей говорил, где пришел. Да. Вася. Да, да, мы с тобой тут. Вася. Далеко не уходи пока. Далеко не уходи. Я с тобой. Васька. Васька, куда пошел? Да, напугался. Напугался. Пока в машине, сейчас буду вытаскивать. Вася. Вася, 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 иди в будку, иди, можешь там даже жить, иди прячься, иди, Вася, иди, Васька, тут у нас собака жила давным-давно, даже вот такая штука есть для тарелки. Сейчас будем Маруську тоже вытаскивать. Ну, сиди, сиди, не бойся, Васька. Ой, с Маруськой беда, наверное, будет сейчас спрячется. Опа! Двоих только. Четверо дома осталось. А еще не привезла. Ну, попозже привезем. Тоже напугался. Сейчас будем знакомить ее сначала. Не знаю. Ну, все она. Вот она уже где. Маруся! Все. Фиг ее найдешь теперь тут. Не придет, наверное. Вот у мамы теплички. Лук растет. Яблони зацветают. Ну вот куда она убежала? Дуреха. А, вон она ходит. За деревом. Маруся! Андрюш, этот. Не таскай его, не таскай сюда. Маруся, кс-кс-кс. Ах ты, Лёшка-то. Да, убежала. Вон там в кустах лазит. Ты смотри, сейчас уронишь его в воду. Чё таскаешь? Не утонет. Не утонет, но мокрый будет, холодно же.
отвечать будет. Этот хоть адекватный, но Маруся все смоталась у нас. Может, конечно, придет. Ну, из деревни. Мышей ловить будет, если что. Мышей тут полно. Я зашла с другой стороны. Она вот тут сидела, короче, как сиганула только туда. Сейчас вон там лазит. Вон она. Прям по центру экрана. Вот дурёха. Была бы около двора. Меняем колеса. Ри помогает. Крути, крути, давай. Ваське мы придумали вот такой вот домик. Манеж детский. Он старый этот манеж. Отделку постелили туда. И крышу сделали. Тут я поставила ему воды, корм и еду. Ну, он у нас убежал. Это у нас сарай. Тут всякий хлам. Он, короче, убежал у нас туда. Далеко под диван старый. Даже не видать его тут. Сидит. Васька, вылазь давай. Все, мы поехали. Лошадки пасутся. Коровки. Thank you.
Приехали мы домой с Андреем. Котики нюхают переноски. А в переносках-то никого и нету, да, малыши? Где Матрёшка-то возит? Все, Васька с Маруськой остались в деревне. Надеюсь, у них там все будет хорошо. Очень жалко, конечно. Но никуда не деваться. Вот такими красивыми кадрами я буду заканчивать свое видео. Я, конечно, очень переживаю за Васю, за Марусю. Но там они будут счастливы. Хочу сказать всем огромное-огромное спасибо за подписки, за лайки, за ваши комментарии. И, пожалуйста, кто еще не подписался, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал на Яндекс.Дзен. Ссылка будет в описании. Для меня это очень важно. Спасибо вам огромное. Спасибо вам за просмотр. Всех люблю. Всех обнимаю. Пока-пока.